Ребят, всем привет! Мы сейчас на Киевской. Смотрим, что здесь есть. Сразу вижу, что здесь есть вот такие вот премки. Три штуки. Ну как премки? Спецсерии, давайте, спецсерии. Будем называть все своими именами. Такие вот спецсерии. Не знаю, кому это вообще заходит. Напишите в комментариях. Интересно, эта лодка разъединяется? В этом я не уверен. Но если да, то это топчик. Ну, вот такая вот. По мейнам. Что здесь по мейнам есть? Ребята, это все? Три штуки? Три штуки мейнов? Вы шутите? В прошлый раз здесь был G-кейс. Что, его все разобрали, больше не привозили? Пойдемте посмотрим остаток по G-кейс. Ой, вообще по мейну просто. Мне очень интересно. Не может быть, что тут три штуки. Ну, вообще, стой, я буду фоткать. Вон, 252 штуки. Ребят, 252 штуки. На полке всего лишь 3. Кстати, тем временем матчбокс исчез. Давайте, короче, узнавать. Может, у них на складе новый кейсик. И был бы топчик. Блин, мне вот этот вот новый пятипак, или не новый, старый, покоя не дает. Прикольный. Мне нравится, кстати. Особенно этот черненький, этот хромированный. Ну, это розовый тоже такая, ничего, написано Hot Wheels. Прикольно. Но, к сожалению, такие мне не особо заходят. Ну, просто это прикольно, но покупать я не собираюсь. Давайте посмотрим, что здесь есть по премам. Может, что-нибудь сбоку висит, лежит. Так, есть монстрики. Мало. Есть вот такой вот 10-пак. Ну, такой себе. Угу. Поршик, ничего. Так, смотрим, что здесь еще есть. Может, здесь где-то матчбокс? Да, ребят, вот здесь матчбокс. Должен был быть. Только вот это вот матчбокс, да? И все. Странно. Открывашка. Тут даже нету ламбы открывашки. Кстати, там что-то заныканное. А что тут валяется такое интересное? Понятно, ничего интересного. Ладно, все. Надеюсь, вы не мотали матчбокс. Все, он закончился. Так, ну что, ребят, пойдемте узнавать, что есть по остаткам. Потому что, видите, на стенде 3 штуки. На складе 250. Пойдемте узнаем, что есть. Так, ну что, ребят, продолжаем смотреть, что здесь по мейну есть. Нам бы, наверное, вторую телегу или что. Вот что-то упало. Так, ладно, давайте сюда аккуратно сложим. Так, есть вот такие вот. О, Поршик. Так, смотрим. Здесь, конечно, накидали все. Сейчас в конце я все соберу аккуратно. А, уже замялся. Так, есть такие. Также, ребят, информация пришла от сотрудника. Если вы приходите в магазин за премами, особенно на Киевскую, то говорите, что вам нужны не премиальные, а просто говорите, вам нужны Hot Wheels дорогие, либо такие же, как там, типа, блогер собирает, чтобы они понимали, что вам нужно. Потому что слово «прем» им ничего не говорит. Надеюсь, вы это запомните. Так, тем временем мы смотрим, где наш кефир. Кефир я что-то не вижу. Я не увижу. Также, если меня смотрит другой сотрудник, есть, короче, идея. Хочу найти СТХ и разыграть в магазине среди подписчиков, чтобы они смогли получить эту СТХ. Мне вот, честно, СТХ неинтересно. Хочу развивать Hot Wheels, чтобы он поднялся, так сказать, до уровня. Ну, не Америки, конечно, но хотя бы побольше, чем сейчас есть. Так, крутой кейс, почти весь, ну, короче, почти все, что самое интересное здесь есть, оно тут. Поэтому, ребят, кому нужен G-кейс, приходите на Киевскую, на ресепшене прям спрашивайте, на полках ничего нет, три штучки. Так, что у нас тут? Так, кефира здесь нету. Ну что, значит,
Значит, скорее всего, если кефира здесь нет, он был из ТХ. Его уже собрал какой-то сотрудник другой. Ну, либо другой коллекционер. Так. Все, складываю сейчас все нормально. Ребят, тоже, когда вы дербаните коробку, старайтесь складывать все аккуратно, чтобы потом, во-первых, они не заминались, и, во-вторых, сотрудники не мучились. Это, так сказать, будет ваше уважение к ним. Ну и желательно, конечно, приобретайте хотя бы одну модельку, чтобы они не просто так ходили за коробками. Все, ребят, все сложил. Вот и, пожалуйста, вы тоже так делайте. Если вы дербаните коробку, складывайте в конце все вот так, чтобы, во-первых, было легче смотреть, что есть в наличии, и чтобы все сохраняли свою форму. Потому что, видите, уже тут некоторые загнулись, вот. Соответственно, это все плохо. Но если они будут так лежать, они рано или поздно выпрямятся. Поэтому при возможности, прошу вас, смойте коробку, взрываете ее и складывайте все, как было. Ребят, смотрите, что нашел. Это топ. Вот было бы, конечно, побольше таких. Вот есть еще у него по форсажу что-нибудь? Или типа вся коробка? Вот посмотрите, пожалуйста, если он не отдает. Ребят, смотрите, нашли кучу премов. Вот есть вот такой вот. Но это уже нам прям третий день подряд везет. А первый день без камеры я нашел такой. Вот еще такой. Вот еще такой. Вот такой. Блин, вот это ровненький. Можешь взять его. То у меня тот мятый. Так, ну и, естественно, самый интересный для вас есть вот такой вот. Также для любителей черной спецсерии есть вот такой вот. И какой-то прем по Майнкрафту. Не знаю, интересен вам либо нет. Что-то это такое прям странное. Ну, как есть. Кстати, давайте сразу прочекаем штрих-кодики, чтобы потом не записывать. Вот есть еще такой штрих-кодик. Надеюсь, вам на Киевской их теперь отдадут. Будем за этим следить. Так, ждем еще какие-нибудь серии по форсажу. Сейчас пойдем прочекаем. Так, ребят, заходим в нашу группу. Находим форсаж. Сейчас я охочусь на форсаж, потому что на них хорошая скидка. Так, нету. Тоже нету. Тоже нет. Тоже нет. Тоже нет. Так, жаль, ребят. Короче, вот этого сета здесь нет. Это очень жаль. Но видите, он стоит 10 рублей. Ну а за это мы нашли вот эту модель. Прям мега круто, мега тру. Так, ребят, короче, сотрудник попросил принести еще премки. Нашел вот в эти. Только странно, она вообще бьется по базе. О, ребята, она не бьется по базе. Что за глюк? Короче, здесь какой-то мини-обман. Вообще странно. Надо разбираться. Нет. Больше нет? А, вот такие еще есть. О, 4. Ай, 5. Спасибо. Так, ребят, нашлись еще вот эти вот. Единственное, белого нет. Так, ребят, также хотел сразу сказать. То, что вы сейчас видите, что я нашел, вот эти все премки, из них всех я взял только одну. Это типа старый форсаж Ford Mustang. Поэтому все, кому нужны вот эти премы, либо новый бульвар, приезжайте по адресу, узнавайте. Может, они до сих пор ждут вас там. Так что я не скупаю все премы, которые нахожу. Оставляю их для вас. Вот такой добренький. Так, ну что, рейтинг магазина тут явно поднялся. Наличие мейнов 5 баллов. Потому что видели, что кейс есть, просто он висит не тут, он висит там на полке. Наличие премов, конечно же, 5 баллов. Нашли вот эти вот куча премов. Еще вон там видели, другой сет есть целиком. Поэтому премов здесь очень много. Единственное, видели глюк, то что не все бьются по базе. Видимо, сотрудники не успели их добавить. Не знаю, как это случилось. Вот. Пока, не знаю, спешу, короче, это на ошибку. Если это будет повторяться, естественно, будем думать, что это уже какая-то какой-то заговор. Помощь сотрудников, 5 баллов, вынесли кучу премов, все помогли, дали коробку, поэтому здесь 5 из 5 по-любому. Безопасность товара, ну, 5 баллов, потому что их сюда не вывешивают, хранят все на складе, остальные интересные мейны хранят на ресепшене, поэтому все окей.
по безопасности, так сказать, 5 из 5. Актуальность товара. Тут есть G-кейс, есть типа новые премы, есть интересные премы. Видели, даже есть супер старый прем, который я вот давно хотел. Поэтому тоже 5 баллов. Хитрые продавцы. Ставлю пока 0 баллов. Все, ребят, вот такой вот обзорчик. Улов, я думаю, прям супер отличный. Четкий такой. Поэтому все подписывайтесь, ставьте лайки. Хорошего вам охоты. Все, всем пока-пока.